Сейчас перед вами уховертка. Именно под таким названием она может быть найдена в серьезных биологических книжках. Однако многие люди об этом даже не подозревают, используя другие народные варианты названий. Например, двухвостка – самый популярный вариант. А вот так выглядит настоящая двухвостка. Именно таких существ вы обнаружите, если станете искать двухвосток в научной русскоязычной литературе. Об этом стоит знать, чтобы не путать их с уховертками и не удивляться. Если вы захотите узнать побольше о жизни двухвосток, переходите на основной видеоролик по ссылке в описании. Отдельный видеоролик про уховерток тоже имеется на канале.